ну вообще случайно попала, честно говоря. То есть я в Москве не живу, и когда бываю, то тоже всегда вообще-то в залог посмотреть. А как вам выставка, как вам ее идея? Сама идея. Важная тема, конечно, и показывает, что искусство все-таки играет роль социальную и политическую тоже. И, очень важно. И мне нравится, что бесплатно, то есть каждый как бы может зайти и как бы случайно увидеть очень важные темы. Расскажите о своих ощущениях во время и после выставки смерти. Ну, конечно, затрагивает, как бы, я думаю, больше всего какая-то беспомощность, как-то, это, я думаю, все понятно, и благодарность, что есть люди, которые занимаются такими важными делами. Что произвело на вас самое большое впечатление? Ну, в общем, понравилось, как сделано с карточками, то есть подписи, и нравится, что как бы не очень, ну, как бы не просто по эмоциональной такой линии все это, а больше информация, то есть как бы, ну, больше журнализм, как бы. Это мне понравилось. Одна фотка впечатлила, я на команду сам с шпицем, не помню, как себя звали. То есть когда люди сами как бы в сложной ситуации, все равно пытаются что-то дать и помочь другим. Порекомендовали бы вы эту выставку другим своим знакомым, друзьям, семье? Ну, обязательно рассказывать, конечно. Я думаю, да. Хотели бы вы увидеть продолжение выставки? Продолжение? Идея сама, конечно, должна как-то развиваться, может, в другом стиле.